Здравствуйте, в эфире программа «Четвертая власть», и снова мы собрались вместе, Андрей Привалихин, Вячеслав Городецкий и я, Александра Ритунская. Сегодня мне доверили выступать экспромтом. Да. Давай поговорим про оговорочки по Фрейду. Очень хорошая вещь. Мы с тобой накануне обсуждали, что все себя выдают с потрохами. Это точно, это точно. Причем некоторые и не скрывают этого, а может быть даже все не скрывают, не знаю. Ну давай ведем зрителей в курс дела, о чем вообще говорим, и Вячеслав не понимает. Мы говорили о том, что на самом деле наши коллеги и не наши коллеги заранее... И бывшие коллеги, да. Заранее знают итог этих выборов и не скрывают, что он будет именно таким. Мы начали, по-моему, с первую передачу именно с этого, что мы знаем. Сейчас доказательства появились. Просто нет, есть железобетонные абсолютно доказательства. Например, там вот один наш коллега, ну, наверное, все-таки бывший коллега, поскольку он сейчас не журналист, если мы, конечно, до сих пор считаем себя журналистами, а пропагандист, он пишет у себя, что 14 сентября в Мурманской области состоятся выборы губернатора Марины Ковтун. И дальше поясняет, что, ребята, это не оговорка, это не описка, это не ошибка. Все прекрасно понимают. Вот в таком духе. Ну, я думаю, что эти оговорки все-таки не специальные. То есть это нельзя считать оговоркой. Это оговорка по Фрейду. Вот для него это не оговорка. Он не один раз уже об этом писал. Он и сейчас, по-моему, продолжает писать, что 14 сентября в Мурманской области состоятся выборы губернатора Марины Ковтун. Не, ну по большому-то счету, да, давайте мы будем отдавать себе отчет, что он практически прав, да, практически. Давайте все-таки будем говорить не теоретически, а практически прав. Ну, давайте тогда поговорим про Виталия Измайлова, который, он уже все заявления необходимые написал, подтвердил свое желание, отозвал. Выбыл. То есть у нас есть один выбывший из гонки за кресло губернатора. Это наш коллега Виталий Измайлов. Угу. И как мы помним, еще до этого момента была прямая речь вице-губернатора Анатолия Векшина, который сказал, что вот как раз этот товарищ муниципальный фильтр не пройдет. Да, высказывал сомнение, что и все партии имеют равные шансы, за исключением одного кандидата, который собственно говоря, он называл открытым текстом. Он сказал, у меня есть сомнения по поводу того, что Виталий Измайлов... Нет, понимаете, какое дело? Вот вице-губернатор Анатолий Векшин, лицо... Официальное, правда? Угу. Официальное. Это же как анекдот. Вот помните старый анекдот, чем настоящий дипломат отличается от настоящей женщины? Если дипломат, настоящий дипломат говорит «да», это означает «может быть». Если настоящий дипломат говорит «может быть», это означает «нет». Но дипломат никогда не скажет «нет». А если настоящая женщина говорит «нет», это означает «может быть». Если настоящая женщина говорит «может быть», это означает «да». Но настоящая женщина никогда не скажет «да». Вот и в данном случае. Просто вице-губернатор выразил сомнение. Mm-hmm. То есть, между строк читает. Он нам сказал, да, открытым текстом, что Виталий Измайлов муниципальный фильтр не пройдет. То есть, понимаешь, получается, что вот мы с тобой там судачили об этом, да? Вот ты помнишь, мы со Славой разговаривали? И я говорил, что вот я считаю, что вот их вот столько, потому что один из них не должен пройти муниципальный фильтр, и это будет Виталий Измайлов. А Слава возражал, что, ну, может, всем дадут все-таки. Танец и есть, пускай хороводом ходят. Делал такие изумленные глаза, еще помнится, и говорил, что да нет, давайте пусть они все. Теперь смотрите, зато в лице Виталия Измайлова у нас сращение получилось двух компаний. То есть теперь, выбыв из одной гонки, он плавно, так сказать, входит в другую. Он хочет стать депутатом Мурманского городского совета. Вот это меня и печалит. А тут еще такой момент, я позволю себе рассмотреть, что, помните, мы никак не могли выяснить, а сколько же он подписей-то хоть собрал. У тебя получилось выяснить? Я потом потеряла интерес уже. Ну, мы, в общем-то, тоже особо интереса не проявляли, да, но каждый раз, когда мы звонили, там, несколько раз, а зачем? А я не скажу. То есть у меня два варианта, да, либо он действительно вообще не собирал никаких подписей, да, либо вся эта вот акция была направлена на то, чтобы не пройти, а потом заявить какую-нибудь там с высокой трибуны, что вот я такой. Возможно, я могу сказать, что я была свидетелем того, что у Виталия Измайлова не было никакого юриста при нем. Да? Угу. По крайней мере, в избирком он ходил в гордом одиночестве за компанию Сергеева. То есть он сам по себе мальчик? Да, он сам по себе мальчик. У него не было начальника предвыборного штаба, не было самого штаба, и было много желающих среди местных политтехнологов, которые хотели возглавить. Чистой воды профанация. Ничего не могу сказать. Так нет, тут можно тоже. Знаешь, вот с одной стороны можно сказать, что это чистой воды профанация, а с другой стороны вот он заявился. Угу. А может быть, потом ему позвонил бы какой-нибудь там
отличный парень, у которого есть деньги, и сказал, ну что, давай, я тебя поддержу. И все бы завертелось. Я Казанова, рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье, в князи из грязи. Вот я когда сказал, что вот ты сказал, что он сейчас вроде как в горсовет, вот это меня и печалит. Потому что вот если дословно процитировать Виталия, то он сказал, что теперь он как журналист намерен существенно оказать существенное влияние на формирование Мурманского горсовета. То есть вот здесь вот, что хочешь, то и думай. Да, действительно. Вот что хочешь, то и думай. Вот первое, что в голову приходит, вот он может считать, что он попытался поучаствовать в губернаторской гонке. И теперь он такой орел, и теперь он существенно вот на состав горсовета повлияет. Это раз. Во-вторых, можно, если он собирается существенно повлиять, ты говоришь, он собирается избраться. Если он один туда изберется, то там их 32. Он никак существенно не повлияет на состав, поскольку один все-таки меньше, чем 31. Правда? Это два. В-третьих, значит, может быть, он собирается заниматься черным пиаром по-черному. Наконец-таки. Значит, я хочу сказать, что меня тревожит вообще в этой компании поведение наших коллег. Вот серьезно. С одной стороны, меня тревожит, что они все ломанулись. Ну да. Да. А с другой стороны, меня тревожит, что вообще с первых минут все начали заниматься шантажом. Я вообще не понимаю, почему вот эти несчастные кандидаты или те, кто там депутаты, что ты имеешь в виду? В свое время там не запаслись, ну, не знаю, доказательствами этого шантажа и просто не попытались их привлечь. Ну как, я не буду говорить о тебе плохо, если ты мне принесешь бабки. У всех ценник разные. Я не буду тебя мочить, если ты мне заплатишь. Да, есть такое дело. Я просто думаю, что, может быть... А всегда так было, да? Я не знаю. Нет, дело в том, что если, допустим, может быть, это если касается только выборов, только дело в том, что такой принцип общения, он всегда существовал, не касаясь выборов. Допустим, я знаю, ну, почти достоверно, что одна очень крупная компания, наша нефтяная, одной очень известной газете заплатила очень большие деньги, чтобы эта газета 2 года не поминала имя этой компании в своих публикациях. Ну, мы понимаем, что такие технологии есть. Но когда это берут на себя смелость говорить главные редактора политикам действующим, просто вообще не боясь какого-то наказания. Есть еще версия по поводу черного пиара. Мания величия. Он в губернаторских поучаствовал, а теперь фиг ли ему горсовет. А, ну да, он уже поучаствовал. Море по колено. Море по колено теперь, да, да. Свет софит, ты знаменит. По ТВ показали твой клип. Всю страну разрывает твой хит. Суперхит, мегахит. Эксклюзивный стильный костюм. Эксклюзивный стильный парфюм. И опять зажигать до утра, как вчера, как всегда. Я звезда. Как тяжело быть звездой. Я звезда. Как тяжело быть звездой. Вы обратили внимание на список, который составила партия, рожденная в СССР? Ну, там Дмитрий. Да, номер один оставим, да. Как бы понятно, что он там должен был быть номером один, все понятно. А дальше кто? А кто там дальше? Некий Сергей Соколовский. Если это тот Сергей Соколовский, вот я сейчас показываю страничку ВКонтакте, какой-то красавчик в пиджаке, который холост, порядочен. В общем, и родился в СССР. Да, родился в СССР. Завидный жених. А номером три? Завидная невеста? Поп! Кто? В рясе. Да? Священнослужитель. Слушайте, ну... А тут сразу вспоминается, вы помните, был такой Глеб Якунин, депутатом был. Государственной Думы. Ну вот, вроде как, острить по этому поводу, ну, грешно, что ли, да? Но совершенно блестящее прозвище было у него. Поп-звезда. Слушайте, это совершенно... Ты знаешь этого Павла Куницына? Нет, не знаю. Так, минуточку, теперь я достаю. Меня спрашиваете, что вы... Значит, «Мурманская миля», публикация. Ну, по-видимому, уже готов. Павел Куницын, «Иерей. Цивилизация ойкумена». Вот, ну, правда, он тут маленький. Вот, и он, значит, рассказывает о том, как он хочет полететь в космос.
Ну, там, наверное, что-то не срослось с космосом, он решил избраться в горсовет. Мало того. Он будущий... через горсовет в космос да. решил пробиться. Мало того. Я так понимаю, что он вступил в эту партию, чем создал вообще прецедент определенный. Подожди, он точно вступил в партию? Вступил. Мы сейчас послушаем, что он сказал. Я нахожусь в юрисдикции Московского патриархата и как гражданин России, имея все возможности участвовать в выборе. И с канонической точки зрения это уместно. Конечно, не так, чтобы постоянно, но в каких-то случаях, в исключительных случаях, в ключевых случаях это естественно. Когда я услышала волшебное слово «за штатом», я сразу вспомнила Никодима, вспомнила контакты, и я поинтересовалась, навела справки. Он действительно персона нон грата в нашей Мурманско-Мончегорской епархии. Да, его отстранили от пасторства, он наказан за свои вот эти вот полеты в космос и самодеятельность. Угу. И он только сейчас таким поступком усугубляет свое положение. Я, насколько понимаю, вот когда Симон вернется, он или кто-то выйдет и скажет, что думают его в прошлом коллеги. Он не может носить рясу, крест и под этим, ну, в этом обличии, так сказать, заниматься агитацией. Вот уж точно поп-звезда. Поп-звезда, да. В этом, в этой связи я Охлобыстина вспоминаю, да, который ради участия в президентских выборах, да, он, по крайней мере, президентский заявлялся да, да, он же попросил благословения отойти от, от духовных дел и заняться политикой. Но потом все-таки передумал и не вернулся. То, что ты женщина, это только отягощающий фактор. Известью сверху посыплю и в яузе утоплю. Да. Он понял, что интерны принесут ему гораздо больше денег, чем священнослужение. И осуждать его за это. Это вот, знаете, как разговор о наших вот там бывшие коллеги. Это вот я говорю без всяких там вот подвохов и без всего. Потому что вы вспомните, сколько журналистов ушло работать во всякие пресс-службы, еще куда-то. И канули. Ушли и не вернулись, да-да-да. Ну, а что? Люди выбрали себе спокойное и более денежное существование. Да. Не знаю. Слушайте, ну вы умные же парни. Нет. Да ладно. Объясните мне, что такое пространственно-временной континуум? Не, ну а что? Ну, посмотри назад, ну, в назад будущее. В будущее, да, назад в будущее. Вот, у нас коммунисты посмотрели назад в будущее, когда с этими билбордами поперлись в облсберком. Ну, это вообще шедеврально, мне кажется. Вот расскажи, что ты по этому поводу думаешь? Я никак не могла взять в толк, при чем здесь билборды, которые были осенью 2013 года, и разборки в связи с начавшейся вот кампанией. А я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я спал в это время, наверное. Расскажи, пожалуйста, просто коротко, в стиле стилетайпа, всех, да. Расскажи. Значит, коммунисты подали жалобу в избирком на политическую партию Гражданская платформа за то, что в ноябре-декабре 2013 года, значит, партия провела акцию в городе Мурманске «Зная свои права, помни про обязанности». Тогда, напомню, про развесили, да. Было, по-моему, порядка 20 билбордов в городе с основными цитатами Конституции. Да, со статьями Конституции, То есть сначала этому предшествовал сбор этих цитат, то есть каждый гражданин мог выбрать, либо и северяне выбрали, я так понимаю, все свободы, отсутствие цензуры, да, и, соответственно, вот эти цитаты, они были размещены на билбордах города Мурманска, эта акция имела определенную продолжительность, она закончилась 30 декабря. И вот сейчас это стало разбирательством в облсберкоме. Так они чего разбирают-то? Чего там написано? Вот с моей точки зрения, коммунисты пожаловались на пропаганду Конституции. Ни больше, ни меньше. Это статья. Призыв соблюдать Конституцию, да. Там была Ирма Зива, ну, она очень так это сумбурно все это вот излагала. Мы что, пытались, ну, вот, у нее, мол, взять комментарий, да. Чего-то там нет каких-то выходных данных, это же было тогда, ну понятно, что они уже готовились выходных к кампании, Конституции я нету. Не знаю, что. Ну, вы, я, да, просто я, специально, да, для Ирмы Зивы, ну, я вот нашла, смотрите, билбордик это... тоже. С ее ликом. Угу. Да. Тоже ведь имело место быть. Да. Вот так вот. Неплохо выглядят оба.
Фотошоп. Это не фотошоп, неправда. Нет, это вот как, я же говорю, вот я же вам рассказывал, как с Лебедем фотографировались с генералом. Вот это из той же оперы снимок. А скажи мне, пожалуйста, зачем приезжала представитель Центра избиркома Елена Дубровина, по-моему, да? Да, Дубровина. Она встречалась с политическими партиями, с представителями, и речь шла о предстоящих выборах. Собственно говоря, ничего нового она не сказала. Ну, она некоторые нюансы нового законодательства рассказала, о том, что сейчас избирком не будет зверствовать с кандидатами при подаче документов. То есть они будут официально... Они примут все документы, и потом у кандидата, будут, у заявителя, вернее, будет определенное количество дней для того, чтобы донести недостающие документы или исправить ошибки. Я просто посмотрела видео, я там не была, я почему попросила тебя рассказать, я посмотрела уже, как это все на пленке запечатлелось. Значит, о зверствах, да, которые чинили над кандидатами, очень долго и пламенно рассказывал Степахнов. Да. Причем он был прекрасен, он был во всем белом. Чусачевый костюм. Это был белая благородная седина, он ангел. Бог, да какой ангел, бог! Вот. А там... Он все эти ужасы рассказывал, там, ну, некоторые зрители просто уснули во время перечисления. Вот, я и хотел сказать. Я Павла не видал, но ты не надейся. Я просто знаю, Геннадий Васильевич всегда и хорошо использует любую возможность появления на экране для пропаганды Коммунистической партии Российской Федерации, о чем бы речь ни шла. Вот и все. И судя по тому, что вы говорите, он как раз и использовал заседание облсберкома. Я не вижу пропаганды, я не вижу Макаревича. Где он, кто знает? Я его тоже давно не видел. Но и вообще удивительно, что вот на этой неделе получила заветную вот эту корочку кандидата Марина Васильевна Ковтун. На подходе, я так понимаю, Антропов. А где же Макаревич-то? Вот 28-е, понедельник, 29-е, 30-е, 30-е. Вот в эти три дня мы его увидим, он будет тоже сдавать. Я думаю, что да. Хоть есть какой-то прогноз? Помимо Виталия Измайлова еще кто-то у нас отсеется? Как вы думаете все-таки? Ну, ага, ты еще тотализатор устрой, вдруг кто-нибудь выиграет, да? Давайте попробуем. Да, а что, может кто-то укусит кого-то, кстати, как на чемпионате. Мне тут, дядь рассказывал, да, он тоже играл на вот, чемпионат мира по футболу, но он поставил на победу Германии в финале, но, к сожалению, в основное время, а они выиграли в дополнительное. Поэтому, а он до этого уже... Я поставил на счет на 0-1, но... Ты на Аргентину, я видела, что ты переживал за Аргентину. Вот. Ну, так ваш прогноз все-таки. А давайте не будем делать, давайте про тотализатор устроим. А давайте у Векшина спросим, он же заранее все знает, ну, за несколько дней. Да. Возможно, он просто, наверное, соавтор сценария, или группа товарищей, которая писала сценарий выборов, выдвинула его в качестве спикера. Но вообще не хватает, конечно, какого-то экшена. Драйва? Все-таки. Так мы ждем. Или это драйва, сезон просто. Мы ждем драйва ближе к 30 числу. Вот еще неделя, но другая. Ну, в середине августа, там, за 28 дней, я думаю, что мы такой экшен натерпимся. Не, понимаешь, вот по поводу того, если сниматься. Вот в принципе, вот представители парламентских партий вполне себе могут сняться. А зачем им это? Ну... Это опять мы возвращаемся к старой теме, что для них это Олимпиада. То есть Макаревич, да, Антропов, да, и этот мальчик. Белов, да. Они снимаются, остаются два кандидата, выборы все равно состоятся. Потому что я думаю, что Морарь не снимется ни под каким видом. Он такой симпатичный, у него такие билборды, такие большие, такие красивые. И где-то рядышком мы. Кстати, мы начали с оговорочек по Фрейду. Как вам вообще билборды с нашей программы? Что вы вообще думаете? Я думаю, что там очень много вот как бы смыслов таких скрытых. Внук говорит, что он ржет надо мной, когда видит их. Очень. Я же вот надо было, да, тот вариант, который я предложил, правда, уже как обычно после драки. Вот было бы здорово, если бы и скипетр, и держава, и корона все было на тебе, а мы со Славой в белых халатах тебя бы под руки держали. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Обратите внимание, во-первых, я там использовала максимальный административный ресурс. То есть я впереди, я зафотошоплена.
фотография взята двухлетней давности. То есть давности. Я промолчаю. Моложе и красивее, чем ты на самом деле, да? Да. То есть я там прекрасна. Ну, ты же понял это все равно. Ты решил промолчать, но ты же заметила. Я заметил, да. Ну, мы же... Я просто... Ты же сказал, что мы умные люди. Мы играли свиту при королеве. Вот и все, молча. Да, у нас любого короля свита играет. Ну, ладно, ладно. О, кстати, вот смотрите, я тоже хотел об этом сказать, что вот мы действительно занимаемся пропагандой. Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. В связи с этим возникает вопрос. На кого мы работаем? Вот смотрите, на этой неделе в Мурманске побывал куратор ЛДПР, который курирует Мурманскую область здесь. Да, он встречался с губернатором и с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. И Марина Васильевна ему сказала, дескать, что вот хотелось бы, чтобы явка была побольше. Получается, что мы работаем на губернатора. А с другой стороны, вот если эти отличные ребята, мужики, которые с женщиной собираются бодаться 14 сентября, им нужна явка высокая тоже, потому что высокая явка для них хоть какой-то призрачный шанс, призрачный совершенно рассчитывать на второй тур. То есть получается, что мы и на них работаем. Денег почему-то никто не платит. Почему не оговорочка платят? Тебе заплатили. Не заплатили еще. Мы в процессе заключения контракта находимся, да. Я в прошлой передаче говорил, что мы не работаем на Алексея Борисовича, а работаем сейчас на областное правительство. То есть мы хотели сделать сами материал, но наши коллеги, да, постарались, опередили нас. Честь им и хвала, рассказали, что мы заключили контракт с правительством на почти 500 тысяч. А почему ты вообще, вот есть, мы все путаемся все время в штампах, вот почему ты берешь и сам его ретранслируешь? Мы на кого-то работаем, мы же не батраки, то есть у тебя есть лицензия, Саша, у меня есть лицензия, есть клиент, понимаешь, есть заказчик, в каком-то объеме мы ему производим продукт. Это вопрос отношения, понимаешь, я тоже все время говорю, что это, понимаешь, это же... Не нужно путать кунилингус, извините, с любовью. Как у нас интересная программа. Юмористически-эротическая программа. Четвертая власть. Нет, просто когда контракт не предполагает, что я должен прямо вот целовать в десны и так далее. Да? То есть контракт, с моей точки зрения, предполагает, что есть заказчик. Ему нужно определенную дозу информации разместить за деньги. Я это размещаю. Но извините меня, у меня есть моральное право. Если здесь у вас плохо, я об этом скажу, что у вас плохо. Вот и все. 5 лет не слышал таких умных слов от руководителя средств массовой информации. Последним на моей памяти был Олег Иванович Визовский на ГТРК «Мурман». У ГТРК всегда был договор с Думой. Ну вот он меня вызывает, говорит, Андрей, это 90-е годы еще. Съезди, сделай сюжет. Я говорю, ну вы же знаете, что я напишу. Он говорит, ты напиши то, что увидишь. Я говорю, у нас же договор с Думой. У нас договор с Думой на освещение их работы. Вот ты напишешь, осветишь, как они там работают. Я говорю, понял, все. И вот сейчас вот Олег Иванович в 2009-м ушел на пенсию. Вот я 5 лет вот не слышал таких умных слов. Сейчас вот от Славы услышал, и я рад. Но ведь это правда. Правда, абсолютная. Абсолютная правда, да, да. Но вот эти, то есть вот эти 5 лет все толковалось совершенно по-другому. Так оно и продолжает. Положи руку на телевизор, скажи, правда, ничего, кроме правды. Ты понимаешь, вот я просто, наверное, у кого что болит, тот про то и говорит. Я к этому почему возвращаюсь? Ведь посмотрите сами. Вот дело не касается выборов. Сделаешь какой-нибудь критический материал, да, про какую-нибудь власть, про одну из веточек. Четвертую. Да, 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 нет. Но про четвертую мы не боимся выглядеть смешными. В этом наша сила. Это точно. Да, у нас в политике мы не боимся выглядеть вообще смешными. Угу. Так вот, короче говоря, сделаешь критический материал. Начинают выяснять, кто тебе заплатил деньги, чтобы ты его сделал, а не ковыряться у себя в помойке. Может, у тебя правда что-то там не так? Если про тебя вот такое написали, ты проверь. Угу. Может, правда там надо что-то подкрутить, ну, в консерватории-то? А они начинают выяснить, кто заплатил. Есть такое, да. Еще мне в этом смысле больше нравится с коммерческими структурами работать, которые, собственно говоря, к этому здраво относятся. Да, они прекрасно понимают, что если там шарахнулся какой-то завод или еще что-то, или там, не дай бог, там экологическая катастрофа, то я об этом тоже напишу, даже невзирая на то, что у меня с ними контракт. Конечно, что я буду об молчать, этом все напишут. Думаю, молчать, что ли, буду? Просто как-то вот, ну, вот есть такая действительно вот штампа, как Саша права, что народ привык, что там... Так давайте новые создавать. Я вообще предлагаю вот создать такую маленькую, как бы, может, рубрику или какую-то лабораторию по сознанию и внедрению
Альтернатив. Или развечивающий штамп. Да. Мы сейчас вот прямо в эфире придумаем, чем мы будем заниматься, да. А потом, когда начнется, с какого там, с 12 августа настоящая агитация, нам скажут, ах, вы журналисты? Ну-ка, ребята, с пляжа. Мы сейчас будем заниматься агитацией этот месяц. И все. Но зато, если нас уберут, значит, мы правда журналисты. А если оставят? Кто мы тогда? Придумывай, Саша. Хорошо. Мы журналисты или не? Или не журналисты? Или где? Или где, да. Вы комсомольцы или как? До свидания. Увидимся через неделю.